Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в наемничестве, реабилитации нацизма и экстремизме. Дело передано в Верховный суд. Обвинение по делу предъявлено 41-летнему безработному мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае. По версии следствия, в период с 21 ноября по 21 декабря 2014 года за денежное вознаграждение в размере 4000 гривен он принимал участие в качестве стрелка позывной «Генрих» в составе одного из украинских националистических батальонов в вооруженном конфликте с силами народного ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Кроме того, он размещал в открытом доступе в популярных социальных сетях в интернете материалы, направленные на возбуждение межрасовой и межнациональной ненависти, вражды и розни, а также реабилитацию нацизма. По ходатайству следователя судом в отношении злоумышленника избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечу, что сейчас злоумышленник также является подсудимым по другому уголовному делу, возбужденному по факту его участия в незаконном обороте наркотиков на территории Чувашской Республики.